сегодня обещался быть на художественной гимнастике. Конечно же, поболеть за Алину Кабаеву. И еще один новый костюм. Связка из поворота и равновесия. Ошибка должна была подбить мячик во время прыжка. Молодец, Алина. Вот бывает такое, что срываются все повороты. Сейчас к поворотам фактически не придраться. Вот единственная была маленькая ошибочка во время прыжка. Смотрите, на какой амплитуде исполняются все элементы. 29-175. Оценка Алины Кабаевой – это высший балл за все те выступления, которые мы увидели сегодня и вчера –